Шалом, Иерусалим, шалом, шалом, шалу шалом, Иерусалим, шаббат, шалом, Иерусалим, шаббат, шалом. Шаббат шалом, Иерусалим. Доброе утро, друзья, братья, сестры. Привет всем с Кривого Рога. Сегодня утро, суббота. Вот, день Господний, святая суббота. Слава Богу за все. Кстати, на улице очень хорошая погода. Здесь сейчас, если вам будет слышно, то птички поют здесь. Слышно? Да, весну чувствуют. Чуть раньше они пели вообще здесь, просто замечательно. О! Хвалит Господа, да, прославляет Бога. Хвалите Господа, все народы, прославляйте Его, все племена. Хвалите Господа, все народы, прославляйте Его, все племена. Ибо милость Его так велика, истина Господня вовек. Ибо милость Его так велика, истина Господня вовек. Аллилуйя. Голубки. Да, друзья, доброе утро всем, братья, сестры. Так, пока закрою. Вот. Доброе всем утро. Благословляю всех вас. Сегодня вот здесь, в Кривом Роге, субботним утром, у меня снова зажжены свечи здесь. Вот, и встречаю утро, благодарю Бога Всемогущего. Встречаю утро с молитвой, с благодарением, с хлебопреломлением, вот, действительно, с любовью. Встречаю эту любовь. Спасибо, Господи, Ты есть любовь, Ты есть Бог Святой. Благодарю Тебя, Господь, за все. Благословляю Иерусалим, благословляю Иерусалим. Каждый шаббат, каждую субботу, где бы ни находился я, вот, где бы мы ни молились, ни встречали субботу, царицу субботу, всегда благословляем Израиль, всегда молимся о мире в Иерусалиме, всегда благословляем Иерусалим и поем «Шалом, шалом, Иерусалим». Мир, мир тебе, Иерусалим. Аллилуйя. Поэтому день Иерусалима у нас, по сути, каждый шаббат, каждую субботу. Вот, и в церкви молимся. И так, на домашних общениях, и вот в таких вот прямых трансляциях. Кстати, завтра воскресенье, первый день недели, да, я буду здесь в гостях, в церкви Дом Хлеба, проповедовать. Вот, и как раз буду тоже, в том числе, вот, вместе с братьями, с сестрами, помолимся за Иерусалим, помолимся за Израиль, вместе всем обществом. Слава тебе, Господи! Благословен Бог наш! Благословен Господь! Вчера молились за одного мужчину, который уже не поднимается, вот, и очень страдает от боли, сильных, страшных болей. Вот. Виталий, он же
Валерий, да, значит, и вот молились, благословляли его, и вот вернувшись домой, на квартиру сюда, я просто Бога благодарю, вот, за этот дом, за эту семью, за исцеление этой души, вот, и знаете, люди порой в таких страданиях, в муках, но и порой не слышат из-за вот этих страданий своих, Бога не слышат. Вот, и хотя Господь протягивается в руку целительную, и Он спрашивает как бы снова и снова, хочешь ли быть здоров, что ты хочешь, душа, что ты сейчас хочешь. Вот, и самое главное, как раз мы были с пастором Валерием, и я спросил, значит, вот, как его мнение, он говорит, будем молиться за душу его в первую очередь сейчас, за душу, да, именно разговор будет о душе. Чтобы он спасение принял. Он повторил молитву покаяния и, знаете, принимая Иисуса Христа в свое сердце, и я, и пастор Валерий, мы говорили ему, вот, и собравшимся его семье, что принимайте Христа в сердце свое, Иисуса Христа принимайте в свое сердце, в свою жизнь, в свою судьбу. Вот, и, знаете, это действительно такой процесс всей жизни. Да, действительно так. Есть первое самое переживание, конечно, Господа, когда вот мы приняли Христа, своего личного Спасителя, Господа, есть старт определенный. Вот, но, знаете ли, если старт совершен, то это еще не все, это еще не весь этот забег, будем так говорить. Вот мой папа, мой отец, уже покойный, Царство Небесное, да, он был спортсменом, он любителем, спортсменом, марафонцем. Марафонский бег – это была его страсть, вот, страсть всей его жизни, с самой молодости, вот, и до старости. Марафонский бег, вот, потом он даже пошел на сверхмарафон, на 100 километров, потом на суточный бег, вот, и бегал суточным бегом. Конечно, да, это на износ просто буквально, но... Знаете, как в Украине говорят, что за надто, то на здраво. Вот, и телесные упражнения, они действительно мало полезны, а порой вообще даже и вредны. Вот, с пользой, когда это для, действительно для души, для пользы, для тела, для здоровья. А когда это уже становится вот таким, такой одержимостью, профессионализмом, то это уже, конечно... Большая проблема, это уже люди уже гробят свое здоровье. В больницах очень много спортсменов, которые просто загубили свое здоровье. Вот, инвалидными стали. Вот, мечтая грезя о лаврах, о победах, о медалях. А в конце жизни, даже мой отец, он имел много медалей. Там, за марафонский бег, за сверхмарафон. Вот, и в конце жизни он говорит, ну это все железки, это просто железки, ничего не стоящие. Вот, а на это вся жизнь ушла. Знаете, вот, и по поводу бега, чемпионы не просто на старте, чемпионы на финише, цыплят по осени считают. И знаете, и когда старт начался, ну, стартовали спортсмены, вот, у них впереди еще дистанция. Вот, и принять Христа верой, это... хороший старт, прекрасный старт, принять его как своего личного спасителя Господа, а затем забег всей нашей жизни. Вот, и действительно цыплят по осени считают. Вот, как говорится, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Вот, и самый последний наш, вот, уже принять Христа верой, да, что называется, наше христианство, финиш наш. Это когда мы покидаем уже эту землю, когда мы уже оставляем эту планету, вот, и уже ничто не разлучает нас уже с Господом уже окончательно. Вот, и погружение в Бога, в погружение в Господа. И тоже и уже перед трансляцией как раз я прочитал сообщение, вот, значит, в социальных сетях, и там одно из сообщений было от одного брата. Он, значит, в Татарстане, и, значит, там у него в основном татары живут, в поселке в их 90% татары, говорит, и он спрашивал совета, как вот именно благовествовать. Ну, я сам татарин, я знаю, по матери татарин, я знаю, что действительно очень сложно нам, татарам, да, вот, как говорится,
достучаться, благовествовать. Очень, ну, будем так говорить, порой люди тверды, невосприимчивы. Но я написал тому брату о самом секретном нашем и самом важнейшем нашем оружии, против которого нет никакого оружия. Как говорится, против лома нет приема. Вот, это, если не второго лома уже говорят, да? Вот, и этим ломом нашим является любовь, Божья любовь. Вот, и действительно, это потрясающе, это великолепно, это вот действительно, любовь все понимают, и птицы, и животные, вот. И растения понимают любовь, все понимают любовь, а наипаче человеческий род понимает любовь, язык любви. Даже если вы не знаете какого-то языка, вот, наречия, и вам довелось, допустим, вот так пересечься в жизни, пересекаться с людьми других национальностей, других культур совсем, других традиций, религий, и вы не знаете их языка, даже их культуры, вот, и вам чудно все. Но являя любовь, вот, погружаясь в Господа и любя Бога, и любя окружающих, Бог погружается в нас, мы погружаемся в Господа и являем Его любовь, таким образом проявляем Его любовь, вот, то этот язык все понимают, абсолютно все понимают. Вот, любви все возрасты покорны, любви все народы покорны, все расы, все народы, все племена. Слава Богу! Вот, и сегодняшним этим шаббатом, сегодняшним этим утром я воздаю Богу хвалу за уходящий этот месяц, завершающийся месяц. Вот я сегодня не полюбовался месяцем, но вот в прошлой ночи уже серп уже меньше становится. Вот луна уже уходит, уже убавляется. Вот месяц заканчивается лунной библейского календаря, потому что гражданский календарь, он солнечный календарь, а вот библейский календарь, он лунный календарь. Да, и завершается месяц Адар. Месяц Адар, это в Библии мы знаем, да, что это, чем этот месяц славен. Все верующие, независимо от национальности, культуры нашей, все, кто Иисуса как своего Господа, как своего Спасителя признают, и Библию, получается, признают Словом Божьим, то знают, что такое месяц Адар. Адар это, или Айдар по-татарски, по-еврейски Адар. Этот месяц Адар, кстати, Айдар еще как луналика, или как вот прекрасная луна, как бы, да, вот считается, что в месяце вот этом как раз луна самая красивая. Вот, и она действительно красива. Вот, в такое время весны оно прекрасно. Вот, и, значит, и интересно, что месяц Адар – это месяц Пурима, месяц Божественного Пурима. Одна из 66 книг Библии посвящена этому празднику, полностью посвящена именно этому событию, этому великому празднику, святому великому празднику, который мы праздновали в полнолуние этого месяца Адара. Это праздник Пурим. Праздник спасения, избавления Божьего, который Бог совершил руками простых верующих людей. Спасибо Господу за все. И я знаю, как и миллионы верующих на этой земле, что Пурим Божий – это действительно, это Божье свойство, это Божий, не знаю, Божье чудо. И наш Бог, Он есть Бог Пурима, и Он и вчера, и сегодня, и вовеки Он тот же. Слава Богу Всемогущему. И вот эта суббота, она последняя суббота уже этого месяца, и последняя суббота уходящего года, завершающегося года от исхода, если считать. Потому что есть по традиции древней еврейской, библейской традиции. Да, в библейской традиции мы ведем отсчет лет двояко. С одной стороны, ведем отсчет лет от создания мира. И от Адама, от нашего пра-пра-пра-пра-пра-отца, на дворе 5779
с половиной год. Да, уже. Вот, но также ведем летоисчисление, отсчет месяцев и лет от нашего исхода. Это по просьбе самого Господа мы делаем, потому что он, то отсчет лет от Адама, мы ведем лет, отсчет лет от самого Адама, собственно, от нашего праотца. Вот, а вот отсчет лет исхода и месяцев года от исхода мы ведем от исхода, да, от времен Моисея. Потому что в исходе, в книге Исход, как раз Бог и повелел, да, он это сделать, вести отсчет также месяцев года, значит, от времени этого исхода, от месяца Нисан, месяц Авив. Авив — это по-русски весна, месяц весны, как бы торжество, самое буйство весны, самое торжество весны в Израиле, как раз Авив, это Нисан. Адар, он прекрасный весенний месяц, красивый, все расцветает, все, но само буйство весны, именно само все полное, это вот полноценная весна и уже переход даже к лету уже, это Авив, безусловно, месяц Авив или месяц Нисан. Нисан обычно у автолюбителей ассоциируется с хорошими японскими автомобилями, да, дай бог японцам здоровья за их прекрасные автомобили, вот, да, они молодцы, Бог дал талант народу, который реализовывает свой талант, слава Богу за них. Вот, дай Бог всем народам земли реализовывать прекрасные Божьи таланты. Аллилуйя. Вот, но если для автолюбителей Nissan это хорошие машины японские, то для всех библейских верующих Nissan это еще и действительно месяц исхода. Шалом, благословенный день Господний. Да, аминь. Шалом, шалом, мир всем вам. Иночка, шалом тоже. Детки, шалом, внуки, коты, шалом, шалом, привет из Кривого Рога. Да, друзья, вот, и вот таким образом, да, следующее полнолуние, полнолуние Нисана, да, это уже Пасха. Следующий шаббат, следующая суббота, это уже первая Нисана, это уже начало уже нового месяца, новомесячия. И Новый год, наступит уже 3331 год. Со дня нашего выхода из рабства. А сейчас на дворе еще завершающиеся уже последние дни, последние деньки уходящего 3330 года от нашего исхода из рабства египетского. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. 3331 год уже звучит эта песнь Божья. Let's my people go. Отпусти мой народ, фараон. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. 3331 год назад Бог совершил великое чудо. Тогда были последние дни рабства. Вот, и люди уже были в трепетном волнении, в ожидании свободы. Уже пахло свободой. Весна, да, месяц Адар. И уже пахло весной, пахло свободой, освобождением. Оставались последние дни нашего рабства. И наши праотцы, они евреи, не евреи, все, кто вышли из рабства египетского, даже и те, кто формально не был рабом-то, но кто осознал, что вне Бога, Спасителя, вне Творца неба и земли, это рабство. Вот, и все, кто вышли вслед за Моисеем, как пророком Божьим, путеводителем таким, спасителем для этого поколения людей, то они обрели действительно новую жизнь, да. Впереди была еще пустыня, впереди еще были испытания, но это было уже испытание свободных людей. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. Благодарю тебя за этот завершающийся месяц, Адар. Благодарю тебя за завершающийся год, за эту последнюю субботу этого уходящего года, 3330 года от нашего исхода. Благодарю тебя, Господь Боже, за великую победу твою. И то, что спустя 3330 лет ты по-прежнему говоришь нам, перечитывающим Библию, перечитывающим Тору, перечитывающим книгу Исход, в частности, ты говоришь нам о свободе, о великом исходе, из царства тьмы в царство света. И тогда был Моисей, сейчас
Иешуа Машиах, Иисус Христос. И ни в ком другом нет спасения. Как тогда нельзя было, помимо Моисея, найти себе другого вожака и организовать свой выход из рабства? Нет. Тогда ты послал Моисея спасителем для того поколения людей, который был прообразом Машиаха, прообразом Христа, истинного твоего помазанника. Благодарю тебя, что 2000-летия продолжается, да, уже почти 2000-летия, дамы и господа, продолжается Великий Исход. Благодарю тебя, Господь, за Великий Исход Нового Завета. Великий Исход Новозаветный, во главе которого Иешуа, Машиах, истинный Машиах, Христос Иисус, аллилуйя. И мы уже 2000-летия провозглашаем то, что говорили наши старшие братья и сестры тогда в книге Деяний, что апостолы выразили словами свой этот символ веры. Этот символ веры, это кредо, мы повторяем уже 2000-летия, что ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Благодарю тебя, Господь, что благодатью мы спасены, и сие не от нас, это от тебя, это твой божественный дар. Благодарю тебя, мой Бог и Царь, за Иисуса Христа праведника, за кровь Агнца твоего, моего Господа, моего Спасителя. Благодарю тебя, Господь, что ни золотом или серебром, ни военной интервенцией, ни вмешательством ангелов, ни бунтом, ни чем-то еще другим, Господь Божий, а драгоценной кровью Христа, чистого и непорочного Агнца, Боже, совершилось великое искупление рода людского. Слава тебе, Господь! Благодарю тебя за Духа Святаго, благодарю тебя, Господь, за спасение, благодарю тебя за жизнь вечную, благодарю тебя, Господь, Иисус, 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 Иешуа, 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 аллилуйя, аллилуйя, Иешуа, аллилуйя, Иисус, Иисус. Приходи ко мне, Господь мой. О, пришел ко мне, Господь мой, мой возлюбленный. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Господь, слава тебе, Царь Вселенной. Благодарю тебя, Господь, благодарю тебя этим утром Божьим. Поздравляю тебя с этим днем твоим, Шаббат Шалом. Великая честь погружаться в твой Шаббат, в твою сущность, Боже, в твою любовь, в океан просто божественной любви. Спасибо. И был вечер, и было утро, день седьмой. Благодарю тебя. Сегодня, спустя 5779 лет с половиной, Боже, возжигай свечи эти, помни и соблюдай. Вспоминаю я тот первый шаббат в истории человечества, самый первый шаббат, самую первую субботу, произошедшую тогда 5779 лет с половиной назад, когда тот день, первый день субботы, покоя, в раю, в девственной земле, не испорченной еще, не развращенной. Боже, если спустя почти 6000 лет земля так прекрасна, даже ее развалины и останки прекрасны, восхитительны, то представляю себе, каково же это было, когда все было еще не тронуто, все было прекрасно, безгрешно, невинно. Спасибо тебе, Господь. Воспоминая о прошлом, я простираюсь и в будущее, потому что знаю, что ты грядешь, Господь. Гряди, Господи Иисусе, возвращайся, Иешуа, Машиах, сейчас возвращайся. Каждый день ждем тебя. Уже 2000-летия заждались. Благодарим тебя за все. Ждем. Приходи, возлюбленный. Слава тебе, Господь.
И мы знаем, что когда ты вернешься, я это знаю из Писания, я знаю это из истории, из Библии, из пророков, что когда ты вернешься, то из субботы в субботу люди будут приходить на поклонение тебе. Господу Богу Святому, спасибо тебе, Господь. Таинство Шаббата, таинство субботы снова будет восстановлено. А также праздник Суккот, отмеченный особо, осенний праздник. Каждую осень люди будут приходить на поклонение тебе. Но если кто-то из народов воспротивится в силу таких, к сожалению, древних корней антисемитизма, вот, то будут видимые знаки тогда на планете. Боже, твоего благоволения к народу твоему. Не будет у них дождя тогда. И это будет видимым знаком, Боже, что они неправы. И призывом к покаянию. Спасибо тебе, Господь. Боже, но даже сейчас, еще до твоего возвращения, мы порой видим удивительные твои видимые знаки. Боже, знаки внимания, знаки уважения, знаки, призывающие к покаянию народы отдельных людей, целые народы, племена и континенты, страны. Спасибо тебе, Господь. Благословен ты, Царь Вселенной. Ты грядешь в Иерусалим, Боже, и мы, Господь, знаем, что будет новый Иерусалим. Новый. Боже, спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Спасибо, спасибо. За новую землю, за новое небо, за новое все. Спасибо, спасибо. Мой возлюбленный прекрасен, краше тысячи других, вид его подобен кедру на подножьях золотых. Вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет. Вот он идет, Бог мой грядет, мой возлюбленный грядет. Мой возлюбленный стучится, отвори, сестра моя, время пения настало, голубица чистая. Вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет. Вот он идет, Бог мой грядет, мой возлюбленный грядет. Мой возлюбленный прекрасен, краше тысячи других, вид его подобен кедру на подножьях золотых. Господь гряди, Бог мой гряди, мой возлюбленный, приди. Господь, гряди, Иисус, гряди, мой возлюбленный, приди. Аллилуйя! Гряди, Господи Иисусе! Церковь Твоя ждет Тебя, народ Твой ждет Тебя, томится в ожидании. Боже, спасибо Тебе, Господь. Но Ты не оставляешь и не покидаешь нас. Ты с нами во все дни до скончания века. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Да, друзья, братья, сестры,
во имя возлюбленного нашего примем причастие хлебопреломления, причастие Евхаристия, причастие тела и крови Господа нашего Иисуса Христа. И у меня здесь сок приготовлен и хлеб. Благодарю Бога Всемогущего за великое таинство. Налейте себе тоже соку, возьмите себе хлеба. Если нет у вас сейчас сока, налейте просто воды. Я иногда просто беру просто воды, вот, и совершаю причастие. Иногда я беру даже с собой в дорогу обычно просто воды, бутылочку, и хлеба немного, сухарика, вот, чипсы, что есть у меня под руками, не знаю, обычно. Вот, однажды мы с детьми совершали причастие, вон, там в Киеве, молоко и пряники у нас были, вот. Вот и совершали причастие Евхаристии. Это было истинное причастие, истинное Евхаристия. Хлебопреломление. Приобщение тела и крови Господа Иисуса. Вот. Причастие совершается не просто ртом нашим, желудком нашим. Не просто совершается хлебом, вином. Не качество хлеба и вина, а качество нашей веры, нашего рассуждения. Я практикую, и в церкви этому тоже учу. Ольга пишет тоже, да, доброе утро, пастор, благословенного дня, аллилуйя. И в церкви тоже говорю, что практикуйте, друзья, говорю, бесконтактное причастие. Вот, просто вдыхая и выдыхая Господа, просто размышляя о нем, о теле и крови Христа. Когда ты это делаешь, то совершается это чудо. Когда ты погружаешься в это размышление, то совершается это чудо Евхаристии, хлебопреломления. Но мы не только дух, не только душа, мы еще и тело. И Бог нам дал кушать и пить, и благодарим Его за все. Благодарим за хлеб наш насущный, благодарим Бога Всемогущего за хлеб из земли, который Он произвращает для нас. Потому что и поливающий, и насаждающий, и поливающий, и трудящийся там на земле, по сути, ничто. Если Бог не благословит, то ничто не вырастет на этой земле. Бог произращает из земли, произращивает из земли хлеб нам, пищу нам на всякое время и всему сущему на этой земле, на этой планете. Бог дает пищу. Но момент хлебопреломления, я благодарю Бога не просто за хлеб наш насущный из земли, но благодарю за хлеб наш насущный с небес. За хлеб, данный свыше, хлеб ангельский. И некогда во время исхода великого, манна небесная, да, мы говорим, хлеб ангелов, это было прообразом настоящей манны небесной, которой есть сам Иисус Христос, который есть хлеб, сходящий с небес, хлеб, сошедший с неба для нас. И для нас, для людей, Иисус Христос, Иешуа Машиах есть тоже манна, ангельский хлеб, который мы вкушаем. Но так как мы не только, говорю, дух, мы еще и тело, плоть, и когда мы кушаем, до нас лучше доходит. Вот, поэтому жуйте, кушайте, пейте, глотайте, вот, и размышляйте о теле крови Христа. Так душе даже лучше, душе нашей лучше доходит, понятнее становится. Вот, и дух наш ликует, и дух, и душа, и тело, весь человек. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Благословен Бог наш, возлюбивший мир, во Христе примиривший весь этот мир с собой, спасший весь род человеческий, всю нашу истрадавшуюся планету. Спасибо тебе, Господь, за любовь твою, которую ты доказал на кресте Голгофском, отдав Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. И я не погиб, я имею жизнь вечную, потому что действительно это дар Твой, небесный дар, святой дар, жизнь и жизнь с избытком. Это Иисус Христос, Спаситель мой, Господь мой. Спасибо. Тело Иисуса Христа, кровь Иисуса Христа, пейте и ешьте на здоровье. Размышляйте, рассуждайте о крови и теле Спасителя нашего Иисуса.
Я спасен, исцелен, благословлен всеми благословениями небес через кровь Иисуса Христа, через жертву Голгофскую, Спасителя моего, благодаря великой любви Божией. Аминь. 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 Аминь, аминь. Спасибо, Господь. Ешьте, рассуждайте, друзья, о теле крови Христа. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Иисус. Спасибо. Спасибо. Я исцелен кровью Иисуса Христа. Немощи и болезни мои взяты 2000 лет назад на крест. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Иисус. Спасибо, дорогой. Спасибо. Спасибо за жизнь. Лехаем. За жизнь. За жизнь всего мира. Иисус отдал свою жизнь. Он подлинно есть Спаситель мира, Христос. Подлинно ни в ком другом нет спасения. Один путь истинной жизни – это любовь. Нет других имен, нет других путей. Все остальные пути – тупики. Только любовь спасет этот мир. Божья святая любовь. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Святой. Благодарю тебя за жизнь вечную, дар твой. Принимаю и благодарю. Принимаю. Принимаю все эти годы. И каждый день благодарю тебя. А наипаче в субботу твою святую. Шаббат шалом, Господь. Поздравляю тебя снова и снова. Спасибо. Аминь. Аминь. О, спасибо. Шаббат шалом. Шаббат шалом. Субботний мир. Господний мир. Шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат шалом. Шаббат шалом. Шаббат, 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 шалом. Шаббат, 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 шалом. Шаббат, 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 шалом. Субботний мир, Господний мир. Шаббат, 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 шалом. Шаббат, шалом. Шаббат, шалом. Шаббат, 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 шалом. Субботний мир. Шаббат, шаббат, шалом. Субботний мир. Шаббат, шаббат, шалом. Субботний мир. Господний мир. Шаббат, 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 шалом. Шаббат, шалом. Шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом. О, Давину хай, наш Отец живой. О, Давину, о, Давину, о, Давину хай. Ам Израиль хай, народ Израиля жив. Потому что ты, Отец Небесный, Бог Святой живой. О, Давину, о, Авину, Авину Малкейном Шеба Шамаим. И Царь наш, и Бог наш, Отец наш, который на небесах, о, сущий на небесах, Отче наш, сущий на небесах, Отец наш, Авину, Ава, Папочка, Папа, Аллилуйя.
От Авину, от Авину, от Авину, хай, хай, живой, живой Отец наш, жив Бог наш, жив Отец наш. От Авину, от Авину, от Авину, хай, Бог Пурима, от Авину, от Авину, от Авину, хай. От Авину, от Авину, от Авину, хай. Ам-Исраиль, хай, Ам-Исраиль, хай, Ам-Исраиль, 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 хай. Народ Израиля жив, потому что ты, Бог наш, жив. И благоставляем Иерусалим, благоставляю Иерусалим, благоставляю, благоставляю, благоставляю. Шалом, шалом, шалом. Мир, мир, мир Иерусалиму. Мир Израилю. Благоставляю это чудо прошлого уже 20-го столетия, возрождение государства Израиля, еврейского государства. 1948 год. А в 67-м Иерусалим снова, Иерусалим наш, снова Иерусалим, еврейский город, снова он становится де-факто еврейской столицей, де-юре попозже. Вот, а мировые лидеры держав только вот, только что, вот, последние годы только признают. Дональд Трамп вот в 17-м году, да, он признал, в конце года 17-го признал, значит, Иерусалим столицей возрожденного еврейского государства. Кстати, вот недавно, на днях, Пурим продолжается. Дональд Трамп признал Голаны нашими также, также еврейскими, израильскими. Спасибо Господу за все. Спасибо, Боже, за Трампа. Спасибо, Боже, за его администрацию. Спасибо за эту реформацию. Спасибо, спасибо, спасибо. Ты совершаешь свои пуримные чудеса. И сегодня ты тот же самый Бог, что и тогда, тысячелетия назад, что и 2,5 тысячелетия назад, когда ты совершил тот великий Пурим во времена Мордехая, Эсфири и всех боящихся тебя, Господь, постящихся, молящихся тогда евреев. Спасибо тебе, Господь, ты заступился за своих детей. И ты сегодня тот же самый. Ты сегодня заступаешься за свой народ. Ты сегодня благоставляешь детей своих миром. Своих еврейских детей, своих всех-всех-всех детей разных национальностей, разных культур, традиций, конфессий, деноминаций, всех призывающих имя Твое святое, чистого сердца, любящих Тебя, Господь. Спасибо, спасибо, спасибо. Шалом, шалом, Иерусалим. Шалом, шалом, Иерусалим. Шалом, шалом, Иерусалим. Шалу, шалом, Иерусалим. Шалом, шалом, Иерусалим. Шаббат, шалом. Шаббат шалом, Иерусалим. Шаббат шалом, шаббат шалом. Шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат шалом, шаббат шалом. Шаббат, 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 шаббат шалом. Субботний мир, шаббат, шаббат шалом. Субботний мир, шаббат, шаббат, шалом. Шаббат, шалом, шаббат, шалом. Шаббат, 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 шалом. Шаббат, шалом, шаббат, шалом. Шаббат, 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 шалом. Аллилуйя! Шаббат шалом, друзья, шаббат шалом, братья, сестры, мир Господний всем вам и благословений вам всем. С города Шафара, будем так говорить, да, Кривой Рог, Кривой Рог. Я уже не раз слышал от верующих здесь, криворожских, можно сказать, да, правильно сказать, криворожских, не криворогатых же, криворожских, криворожских верующих. Проповедь завтра будет на автосиле.
или 129-м. Я не знаю пока, у меня записано там, мне пришли уже сообщения, но я еще не прочитал там, как бы детали такие. Не помню завтра. Так. Давайте сделаем так, я опубликую, хорошо? Сейчас посмотрю, сообщение. И, если там написано, то напишу. Если нет, то напишу, Нелли или кому там, администратору, да. Попрошу, чтобы уточнили как раз мне адрес тогда, если что. Но, по-моему, там было написано, в каком, какой день, где я нахожусь. В понедельник, я точно знаю, и вторник, два дня я буду в реп-центре. В одном и в другом, в двух реп-центрах буду проповедовать. В центрах реабилитации. Там тоже свободно, там можно приходить. Тем более, если у кого-то из вас там родственники, знакомые есть, зависимые от алкоголя, наркотиков, блуда, там, порнографии, и всяких прочих химических всяких зависимостей, то приглашайте их, потому что Господь, я верю, как раз не только для реабилитантов слово даст, но и для гостей. А уже среда, получается, четверг, пятница, да, я буду проводить семинар здесь. В Кривом Роге семинар «Свобода», посвященный освобождению такому от религиозного оккультизма. Приглашаю всех. Потом в субботу и воскресенье проповедую, в следующую субботу и воскресенье здесь тоже в Кривом Роге, Дом Хлеба. Тоже там в разных местах служение будет. А в воскресенье, по-моему, даже два служения будет, если не ошибаюсь я. Все, а тогда уже в понедельник, даст Бог, уже до Киева буду у нас уже в церкви. И в понедельник вечером, даст Бог, мы даже соберемся с братьями вечером на молитву. Я постараюсь даже включение сделать тоже прямую трансляцию, почему бы нет. Очень мне понравилось включаться в прямые эфиры. Раньше как-то я это мало практиковал. Света пишет, дякую, да, слава Богу. Дякую Богу Святому, аллилуйя. Благоставляю Украину. Этот шаббат, он еще такой особенный. Он не только последний шаббат уходящего года, 3330-го, но также этот шаббат для Украины особенным является, потому что он накануне, это такой покой, информационный в том числе покой, накануне голосования президентских выборов здесь, в Украине. Я за эти дни последние что только не читал. Некоторых друзей даже пришлось мне, честно говоря, удалять. Без обид. Просто когда уже там стали выставлять уже там такие посты с нецензурщиной даже, там, и с проклятиями там, в адрес там, других людей там, и других этих... я говорю, не ожидал даже от христиан подобного поведения порой, аморального такого. Даже порой неверующие люди так вот не опускаются так вот низко, знаете ли. Поэтому пришлось некоторых товарищей удалить даже. Но в целом, конечно, все там мои друзья, украинцы, граждане Украины, проживающие в Украине или же за пределами ее, вели себя все-таки цивилизованно, большей частью все-таки. Но споры были, конечно, не шуточные. Кто за зеленого кандидата, кто-то там за папа, Порошенко, кто-то там за Ю, кто-то там подписываются, такие посты были, так интересно читать было. Скажу так, что кто бы не был бы избран, мы сегодня, у нас покой, шалом, поэтому даже гражданам Украины мое слово сегодня, успокойтесь, сегодня день покоя. И на исходе шаббата, я верю, Бог подскажет, за кого вам надо проголосовать. А самое главное, молитесь, потому что Бог может даже через ослицу говорить. Он может совершить здесь свою волю даже через человека совершенно зеленого там, и не значащего в политике ничего. Или же наоборот уже из как бы уст или дел уже состоявшегося политика, уже существующего уже. Да, люди Божьи, да, слава Богу. Пусть Господь благословит всех вас во имя Господне. Благоставляю. Благоставляю Украину, благоставляю украинцев, всех граждан Украины благоставляю. Во имя Господа Иисуса Христа. Аллилуйя.
Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословляю всех вас, друзья, из города Кривой Рог. Божьей милостью архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская Православная Церковь Христа, Спасителя, мир всем вам и благодать да умножится. Молюсь за Днепропетровскую область особенно, вот, за эту землю молюсь, благословляю, вот, соседние области благословляю. Вот, и знаете, сейчас у нас здесь нет вот, наших священников, служителей, хотя были, отец Борис был, вот, там возле пятихаток он трудился в селах. Ну, уже ушел в вечность уже наш отец Борис Стрельский. Очень хороший священник был. Вот. Ветеран, значит, там уже пожилой человек. И он это, ветеран как, служил на подводной лодке. Он там, короче, военный человек бывший. Вот. И, значит, и вот, слава Богу, послужил последние годы своей жизни. Он священником в нашей церкви. Миссионером там, в Пятихатках. Ну, Пятихатский район, по-моему. Или как называется он там, да, по-моему, так. Вот, я был там только раз у них в селах в этих. Вот, там Троицкое, какие-то еще села, такие близлежащие. Вот, и Иоанн Артынии тоже начинал служение в Днепродзержинске, а потом они уехали к себе, он уехал к себе в Молдову. Вот, ну, посмотрим, молитесь тоже. Потому что у нас здесь пока никого нету даже. Ни священников, ни епископов, ни диаконов, никого, ни миссионеров. Молюсь, чтобы здесь и в Кривом Роге, и в Днепре, и вообще по области здесь, чтобы сотни и сотни священнослужителей поднялись. Нужно поднимать здесь тоже епархию Днепровскую во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Такое обновленческое, такое реформаторское, евангельское православие здесь нужно очень даже. Пусть Бог благословит вас всех. До встречи с Богом. Шалом. Шаббат шалом. Шаббат шалом.